Вам стоило это видеть. Церковь уничтожена, а все страны прячутся в страхе, убегая от черного Сихидина. Уничтожьте Сван любой ценой. И тогда Шерифон, Хавония, Шитарею и Святая Земля станут владениями Бабарена, а вы получите деньги и титулы. Даже рядовые и бродяги станут мастерами. А ты нас не кинешь? Если объединим эти страны, то власть над материком будет у нас. Не подведите. Неужели вы это позволите? Да плевать. Дагмайер ни на что не годен. Но она зашла слишком далеко. Да еще и воровать из Святой Земли. Если ты про барьерный реактор, то пусть. Все равно толку от него нет. Вы тут берегите себя, парни. Не хочу терять мастеров, мужчин. 11 серия. Успех! Успокойся, Кая. Дол. Мизая, вряд ли навредит Нави. Но... А что, украл это не Изай? Данные ядра и форматирующее устройство. Если отформатировать ядра марионеток, Сикишином никто не сможет управлять. И тогда мы его победим. Но в таком случае, Мизая прекратит существование. Нет, не надо. Для Навы это тоже тяжело. Все равно... Для уничтожения Гайи потребовались два Сакишина, между прочим, самых лучших в цивилизации Сэнши. Не думаю, что даже Кэнси справится с этим. Бесполезно. Мы не можем извлекать энергию из снарядов Кэнси. Неужели мощность маленькая? Да не знаю. Они не устанавливаются. Слишком твердые, не разбить. Простите. Точно! Поняла. Ты сделаешь оружие, используя силу Кэнси. Пусть это были копии, но Кэнси все же разметал их. Думаю, мы одолеем Гайю. Да уж. Вот только из чего сделать? А что, нельзя какой-нибудь мусор собрать, что ли? Хлипковато выйдет. Нужно что-то однородное. Брусок металла? Самое то. Если он размером со Сван, и где взять такой? А если Сван сжать? Нет, не дам. Это моя страна. А на мир тебе плевать, да? Хоть кристаллы выкопать. Болван, Сван развалится. Но ведь... Сван маловато. Правда? А какой? Тогда надо. Если камни, то в 100 раз больше Сван. Да где же мы найдем громадину такую? Есть одна. Ты серьезно? Сван сменила курс? Зачем? И правда.
Если они объединятся с хавонцами... Ладно, будем висеть у них на хвосте. Мы их уничтожим. Обещаю. Да, верно. Разрешите использовать здание как пункт сбора. Конечно, конечно, никаких проблем. Был приказ папы. Спасибо вам большое. Не надо благодарности. Церкви уже давно пора восстановить утраченные функции. И стоит признать должную работу студсовета. Интересно, что же за человек этот Кейси, раз моя дочь так сияет? Как и все прочие ученицы? Он очень хороший. Простите за беспокойство. Госпожа Лития, госпожа Лития! Ты чего кричишь? Ты чего? Раскричалась. Ты? Это же предыдущая глава студсовета. Да что? Да, госпожа Моргана. Эй, вы! А ну, молча работать! Есть. Ну, Лития. И почему мне ничего не сказали? Ты уже рыцарь царства Трибл. Вот его и защищай. Это в самый разгар мировой беды-то защищать свою страну? Но нет, я хочу сражаться рядом с мастером из иного мира. Откуда ты знаешь? Я хоть и выпускница, но про Альма-Матер не забываю. Как ностальгично. Ага, не бойся, я все классненько устрою. Говорю же, ну, надо кое-что подготовить, пока. Стой, стой! Лапис, да. Переключи-ка меня на Трибл. Есть. Это даст нам немного времени. Она, конечно, мастер, но в группе работать не может. Это же... Вот это да! На родине Юкины ее считают богиней и проводят там важные встречи и ритуалы. И мы заберем ее. Не смей, не смей! Это священный камень для связи с богиней. Пожалуйста, Юкины, ты же из клана, жрица-защитница Тенчи. Да неужели у тебя рука поднимется? Это моя просьба. Это ради спасения мира. И вы туда же. Как прискорбно. Уверен, госпожа Флора не одобрит такого. Да, тетка, первая же будет за. Спросим у богини. Спросим? Забыла, что ли? Тебе не пересечь барьер. Да, после твоей покойной бабки туда вообще никто не вошел. Ни одна ду... Эй, туда нельзя! Простите. Ох, Кейси идет. Не позорь нас! Чего? Вот молодежь пошла. Старейшина? Нашли, куда туристов водить. Нет бы. Старейшина? А, о чем это я? Вон там. Эй, парень! Я же сказал! А ну, быстро вышел! Тебе туда нельзя! Там барьер! Дошло, наконец. Чего они там забыли? Эй! Эта модель Секидина выдерживает большие нагрузки и гораздо мощнее, чем предыдущие. Неплохо бы каждому такой дать. До прибытия в Святую Землю я постараюсь сделать. Этот вот для Кенси. Другие используем по очереди. Есть. Понял, Кенси? Сжимай не далее, чем в 20 метрах. Иначе он не выдержит твоей мощи. Ага. Так, начинай. Есть. Теперь враги бы не появились до окончания.
Меч? Какой еще? Ран! Что? Это? Потрясающе! Только за один раз! Невероятно! Кенсин, это кольцо поможет тебе удерживать меч. Да что они затеяли там? Уменьшают, чтобы сделать меч. Скалу? Да вы же сами видели записи из мастерской. Мощь сжатия, Кенси. Это? Что-то случилось? У них, кажется, перерыв. Поменялся с двумя другими. Теперь они... Нет. Просто поддерживают? Скала огромная, так что им надо быть осторожными. Если не держать, она просто уйдет под землю. А стоит ли позволять им делать меч? А ты сильнее Кенси? Я не Дагмайер. Он в первую очередь мастер-мужчина. Дагмайер. Эй, Кенси, хочешь спать, марш в кровать. Нет, не хочу в кровать. Боже, неисправимый болван. Не трогайте его, Ваше Величество. Что? Как это? Говорят, в прошлую войну мастерам давали отдохнуть на земле. Они быстрее восстанавливаются. Впервые об этом слышу. Это были крайние меры. В те времена мастеров было намного меньше. Отлично. Разобьем лагерь здесь. Слушаюсь. И что? Никаких трюков? Подождем. Нужного времени. Им там не сладко. Выглядит он меньше, а весит столько же. И даже сменяясь, они выматываются. Отдохни еще. Я в порядке. В порядке, как же. Займись сжатием. Но вы же... Вот и поторопился бы. Все по плану. Не зря мы ждали. Все, пора. Господи. Так и знала. Враги? А как же с вам, придурок? Уничтожим меч, нам же лучше будет. Приближается враг. Кенси, Юхине, это обычный секидин, осторожней.
Прикончим их разом. Да. Ах ты! Кая! Проклятие! Ага, все силы на поддержку камня. Мы почти закончили. Ну, свалите его уже. Идина? Продолжайте. Я прикрою. Невозможно. Она одна не справится. Где Вальхалли и Церис? Уже в пути. Чего? Сигидин? Да плюнь на них! Просто урони камень! Вытяжка Энны? Дура! Вот потому ты и бродяга! Не прощу. Да что ты говоришь? Юкина! Я в порядке! Кенси, скорее! Ваше высочество, в таком темпе, если он прервется, заново уже не начнет. Юкина, держись. Блин, мы их не спасем. Смотрю, ты на пределе. Юкина, черт, не смей. Нам нужен меч. Взять их. Кая. Госпожа Аура! Юкина! Вот упертая. Дело дрянь. Так мы. Продолжай. Но... Нам нужен меч. Уничтожить Гаю. Юкина! Это конец! Не смей отвлекаться, дикий зверь! А это кто? Откуда? Они здесь! Так... Ух ты! Это ж надо! Мы почти победили! Юкина, ты как? Ты его сделал? Меч Тенчи! Лорд Кенси! Этот голос! Давно не виделись, Кенси! Как грубо, Грину! Он уже лорд Кенси, так? Ну, как у нас дела? Директор, девочки сказали, что хотят к тебе. Госпожа Лити, Лапис. Позвольте сражаться вместе с вами, лорд Масаки Кенси. Пришел надо мной посмеяться. Ну, было бы желание, но ты ведь хочешь остаться мастером? Что ж, к добру ли, к худу ли, ты будешь верен семье? Я хотел его победить, поэтому... Так поступил. Скоро восстановят Сайкишин. А ты уже вполне достаточно сделал. И теперь не нужен, так? Сайкидзин созданный для Дол. Нет.
Мы приготовили кое-что на основе механоида. Ясно. С ним до самого конца? Не пора ли тебе идти своим путем? Дядя? Вблизи он просто огромный какой-то. Ван Ханли, он ведь физически не изменился. Конечно. Хорошо, что есть это кольцо. Даже Хазуки может подойти к нему. Значит, выброс энергии невелик. А все потому, что это волшебное кольцо из иного мира. Настоящее? Не думал, что у нас есть такое. Сейчас иначе никак. Ну ладно, что у нас там? Холодильник разморозился. Какой кошмар. О, Господи! Здесь стало шумно. Спасибо, что прилетели. А то бы нам конец. Нет, я ничего такого не сделала. Молодцы, что Сикидзину привезли. Это была отличная битва. Я так удивилась, что ты мастер. Но еще и королем стать? Кенси, ты супер! Главное, мы снова будем работать вместе. Я и не мечтала. Мы здесь ради тебя, лорд Кенси! Ты в порядке? Да, просто. Лорд Кенси! Мастера со всего мира прибыли к Лашере и Кенси. Как вы и сказали тогда. Этот день войдет в историю, уж поверьте мне. Я не поверила тогда, но... это случилось. Ты находишься в хорошей форме. Нет, вовсе нет. Понимаю. Через горы, с помощью сжатых снарядов, но всего трое могут держаться на такой высоте. А Кенси еще и нарваться на дол может. И как мы одним отрядом их одолеем? Да и возрождение Сейкишина вряд ли прервем. Может... неожиданный удар? Рея, ой, помните про Нейзай? Она видит нас насквозь. Но это самая выигрышная стратегия. Остается лишь главным силам пробить оборону врага и объединиться. Да, верно. Вас что-то беспокоит? Лорд Кенси! Что с Кенси? Ты как? Кенси! У него сильнейший жар. Заболел от изнеможения. Не волнуйтесь. Ну, не волнуйся. Он сражался почти все время. Да еще, к тому же, эту каменюку сжал. Все как тогда. Не лыбся, ты заснул живо. Может, это из-за жара? Ну-ка, девочки, больному нужен покой. Отдохни хорошенько. Идем, Юкина. Позовите, если что. Ладно. Улайт, просто скотина. Сами виноваты, Сван же не захватили. По-другому похвалы не добиться. Но еще есть шанс уйти на передовые. Улайт, все готово. Да, брат. Бандиты и механоиды сделали железные дороги непроходимыми, так что в горы не подняться. Их Сикидзин может работать в вытяжке. Да.
Однако, энергии у них мало, да и сжатых снарядов, по нашим расчетам, тоже. Переброс 3 секидзинов через горы максимум. Хотя, им достаточно переправить Кэнси. Его новый секидзин может долго работать в вытяжке. А пока Сейкишин спит, Кэнси может одолеть нас в... Ну так вергнем их в отчаяние. Скорее бы, Кэнси поправился. Да уж. Кажется, жар спал. Сестрица Мизая, откуда вы здесь? Я их наизусть знаю. Так что очень просто. Вы вернулись? Да. И кое-что тебе скажу. Скажете мне? Да. Я в главной мастерской кое-что уточнила. И все подтвердилось. Папуля? Вэру Сэнши, марионетки, созданные для борьбы с Сейкишином, обладали столь хорошими телами, что могли иметь детей. Даже с пришельцами из иных миров. И эти дети обладали бы большей силой, нежели сами марионетки. Правда, так не случалось. Потому что Гайя уничтожала иномирян, как способных контролировать Сейкишины. А призывать людей из иного мира тогда еще не умели. Зато могли отправлять в иные миры. Так что марионетку отправили в иной мир, чтобы потом призвать обратно его потомка. И тогда явился ты. Это что же, я? Реакция Сейкишина на тебя. Твоя особая сила. Моя неспособность атаковать тебя доказывает это. Неспособность атаковать? Биоволны марионеток не исчезают с поколениями. И ты не сможешь напасть на того, кто источает их. Этот жар не от истощения. Это отказ твоего тела сражаться со мной. Мы очень похожи. Единственные в этом странном мире. Ты? Мизая? Не ожидал. Но теперь никто не сможет перечить мне. Прими мой приказ. Ну, и что нам делать? Понятия не имею. Неужели придется сражаться без дикого зверя? Ни за что! Это вполне возможно. Госпожа Аура и вы. Эта война не связана с кем-либо из иного мира, вроде Кэнси. Верно. Это в первую очередь дело нашего мира. Но придется положиться на Кэнси. Какой позор!
И отец здесь. Я вас ждала, конечно. Но не так скоро. Мы войдем, госпожа Лашера. Говорят, мой зять объявил независимость. О, Кенси женится и на моей дочери. Мама. Ваша дочь находится в ступоре. Но идея хорошая. Папа! Ай-яй-яй! Теперь уже удивлена ваша дочь. Да, союз трех наших стран. Кого хочешь удивит? Вы нас что, дразнить пришли? Просто демонстрируем свою зрелость. Не хочу. Сопротивление бесполезно. Ты создан следовать приказам. Это твое предназначение. То, для чего ты был рожден. Заткнись. Ни для чего я не рожден. У меня есть своя воля. Чёрта с два, я тебя слушать буду. Воля, говоришь? Ее тоже создали за тебя. Откуда у новорожденного воля? Ты меняешься из-за мнения окружающих. Сражался против меня по воле принцессы. И благодаря любви к подчинению, живущей в твоей душе, ты станешь моей куклой. Это твоя судьба. Нет уж. Если даже по чужой воле, я сам выбрал следовать ей. Я не верю в судьбу. Марионетка. Я не марионетка. Я Масаки Кэнси. Невозможно, это не может. Ублюдок. Дол, уничтожь Сван. Я проверю. Ты и правда особенный. Но что тут случилось? Сестра, Кая, что-то не... Наставник Мизая? Пока. Кая, что происходит? У нас превышение массы в ангаре. Превышение массы? Как? Меч Тенчи. Фиксатор гравитации меча. Чего? То есть, это ощущение... Неужели это... Сестра! Сван теряет высоту. Вес меча ей не выдержать. Мы разобьемся. Задействовать всю мощность. Надо что-то сделать с этим мечом, или Сван развалится. Юхина, ты тоже. Есть. Лапис в порядке? Да, усыпили просто. Ты сам-то как? Цел, Кэти? Угу. Онемение почти прошло. Так. Чего, Ван Ханли медлит? О нет, не останавливается. Нам конец. Остановились? Остановился. Кенси. Это сила новой модели. Ничего себе. Это же почти Сикишин. Ух ты. Не подчиниться мне. Ну и ладно. Значит, я тебя уничтожу. Сикишин скоро проснется.
А пока будем следовать плану. Ну, не подведи нас, Кенси. Постарайся, Зитёк. Есть. Увидимся, Кенси. Леди Мария, Юкина, берегите себя. И ты, Кенси. Отец, желаю удачи. Не подводи мужа. Ладно. Идем. Да. Армии Хавонии и Шурифона объединяются в точке сбора. Уже скоро? Да. Релиз группы КРТ. Наш сайт krtdomik.com. Перевод Сета-сан. Озвучивала Акикоми. Наконец-то финал. Готовы, а? Далее, в следующей серии. Гая, если ты выиграешь, у тебя не будет. Отбою от жен. Ты ведь готова, верно?